Анонс и точная дата выхода 15 серии турецкого сериала «Красный флаг». 15 серия сериала выйдет в эфир 18 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Надя, которая по решению Сакит Паши была заключена в тюрьму на время своего периода официального доносительства, не может встречаться с Али в течение этого времени. Через 44 дня, что ждет Надю в новой жизни? Команда Коготь охотится на Эмре. Сотрудник разведки Эмре был похищен во время операции и захвачен организацией. Чтобы спасти Эмре, команда Коготь организует операцию за границей. Какие сюрпризы ожидают команду Коготь во время рейда в лагерь крупной организации? Новая жизнь Нади. Надя, освобожденная из тюрьмы, оказывается в доме Али Капитана. Услышав, что Надя вновь обрела свободу, Элизабет просит у нее ожерелье. Отдаст ли Надя Элизабет ожерелье, содержащее великие тайны? Враги и Али лицом к лицу. Все расчеты Барана и Элизабет, которые идут на встречу с Надей, чтобы завладеть ожерельем, прерываются благодаря хитроумному плану Али. 15 серия сериала выйдет в эфир 18 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.